На конкурс. Дети читают стихи. Курбатов Михаил, город Омск, школа номер 120, 1Б класс. Стихотворение «Пусть будет мир». Автор Ольга Маслова. Здравствуйте, меня зовут Миша Курбатов. Я учусь в 1Б классе. Автор Ольга Маслова. «Пусть будет мир». Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети, стонет земля, когда рвутся снаряды, матери плачут и плачут комбаты, хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите, живите достойно, гибнет природа, гибнет планета. Но неужели вам нравится это? Война – это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба, пусть солнце лучистое всем нам сияет, а вон никогда и нигде не бывает.